Здорово, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал «Чай на гаджетсы». Сегодня, ребятушки, у нас смартфончик по вашим заявкам. Вы просили протестировать и вывести на чистую воду один из самых доступных девайсов от компании Realme, а именно Realme C21Y. Данный аппарат уже вовсю продается у нас в местных магазинах, ну и разумеется, он также продается и на AliExpress. Кстати, 11.11, а также в ближайшую черную пятницу сей аппарат можно будет купить. Я смотрел, что-то в районе 8,5 тысяч рублей, если не дешевле, там опять насыпят, ну обещали насыпать хороших купонов. Так что, если кому он понравится, можете приобретать по ссылочкам в описании. Там я, разумеется, ставлю самые дешевые позиции, как у нас в местных магазинах, так, разумеется, и на AliExpress. Ну а чем же отличается на фоне других данный девайс? В первую очередь, я уже сказал, своим ценником. Также у нас тут 5000 мАч батарейка, 4 оперативы, 64 накопитель, 6,5 дюймов HD плюс матрица, но это, в принципе, довольно-таки неудивительный показатель. 3 камеры, одна из которых на 13 мегапикселей и 2 вспомогательные, сколько я помню, но еще, конечно же, есть и фронталочка. И да, ребят, у нас тут еще есть NFC. И еще одной отличительной особенностью является процессор данного девайса. Это не Mediatek, не Qualcomm, не даже чип от компании Apple. Это у нас Unisoc, какие-то там цифры, более точно укажу здесь название, но до этого мы встречались с ним в планшетах. Теперь же он в доступных решениях, именно в смартфонах, так что надо будет посмотреть, на что же он способен. Ну а мы что, приступаем к вскрытию? Погнали, ребят! Так, это сюда. Ну и первым делом тут у нас вообще классическая классика в виде вот такого вот небольшого конверта. Тут скрепка для извлечения сим-лотка и, конечно же, набор фирменных инструкций. И так как девайс у нас бюджетный, никакого, по всей видимости, защитного чехольчика нам в комплекте не положили. Далее идет вот такой вот хвостик и сам смартфон. Он у нас в синем исполнении с полосками. Все максимально стильно. Так, дальше смотрим, что у нас есть. Это USB-C или нет? Тихо, погодите-ка. Интрига. Не, он у нас, к сожалению, микро-USB, но опять же это доступный девайс, поэтому, возможно, это не такая уж и большая катастрофа. Но все равно, уже везде, по-моему, в самых доступных девайсах комплектуются USB-C портами. Ну, я не знаю, возможно, за этот ценовой прайс я слишком многого хочу. Так, и далее у нас идет блок зарядного устройства, он у нас, ребятушки, на 10 ватт, то есть не могу назвать это быстрой зарядкой, тут используется баночка на 5000 мАч, заряд смартфон должен держать отлично, ну а заряжаться он будет примерно 1,5 часа, плюс-минус где-то так, вот ожидаемые такие вот показатели. Ну и вот так выглядит комплектация, нужно, разумеется, приобрести в ближайшем будущем чехольчик на сей агрегат, потому что, ну, чехол-то в современных жестких реалиях это важная вещь. Так, ну и вау, кстати, а смотрится-то он как? Вы посмотрите, как этот подлец переливается. Еще вот этот рисунок. О, кстати, шуршавая такая вещь. О, прям подхват, кстати. Ребят, чтобы не скользил в руках смартфончик, они сделали именно тут такую поверхность. Ну, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам в целом дизайн этого ультрабюджетного, ультрадоступного устройства от компании Realme. Ну и на лицевой стороне, конечно, наклеечка с дополнительным, с перечнем всех технических характеристик данного устройства. Ладно, давайте-ка я побираю все эти ненужные транспортировочные пленки, мы знакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Realme C21U находится, конечно же, каплевидный вырез для глазка фронтальной камеры, далее сверху идет разговорный динамик и датчики, ну и, собственно, дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Справа у нас находится качелька регулировки громкости и кнопка включения. На левой же стороне, в свою очередь, хвала инженерам, нормальный слот. Благо, тут все можно поставить, прям все, что душе угодно, и две сим-карты, и карточку памяти. Сверху ничего нет. На нижней же грани у нас находится микро-USB разъем, далее идет микрофон и разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на тыльной стороне этого молодежного девайса находится сразу 3 глазка основной камеры. Да, ничего себе, все серьезно. Далее идет вспышка, рядом с ними, кстати, сканер отпечатков пальцев. Ну и снизу логотип компании Realme и основной динамик. Ну и так, задняя крышка имеет шероховатую поверхность. Она, разумеется, будет, ну, не так сильно собирать ваши отпечатки пальцев и будет более устойчива к царапинам. Итак, ребят, мы продолжаем. Что еще тут можно добавить по дизайну? Ну, в принципе, это такой вот классический бюджетный смартфончик от компании Realme, который в целом собран довольно неплохо. Разумеется, корпус пластиковый, никаких там заоблачных премиум материалов тут не используется. Все как всегда. Мы еще, наверное, знакомы с подобным форм-фактором, вот именно очень похожих девайсов C11, помните, C15, потом C20 пошли и так далее. Они все очень и очень похожи. Квадратная камера, сканер отпечатков пальцев, если
если он есть, разумеется. Ну и вот такая вот практичная задняя крышка неплохо себя зарекомендовала в повседневной, опять же, жесткой эксплуатации. Ну и вот, кстати, вот у меня лежит тут C20, он же практически C21, потому что, повторюсь, они очень и очень похожи. По массогабаритам устройство, ну, одинаковое. Такое ощущение, что они собираются все на одной и той же базе, только на одной раме, а внутрянка немножечко меняется. Процессор там, аккумулятор, хотя аккумуляторы у них у всех вроде как 5000 мАч, ну, что-то еще там по мелочи добавляют, что-то добавляют, там камеры получше, сканеры, и так далее. В общем, они отличаются на самом деле не так сильно, как могло показаться на первый взгляд, но все это очень доступные устройства. Повторюсь, этот на Алике стоит 8500 рублей в среднем. Ну, а этот на распродаже 11.11, кстати, видал, вроде как за 6 копейками он там выходил. Мне кажется, вот эти деньги он вообще точно отобьет без проблем. Обычный аппарат, работяга на каждый день, который прям, ну, не так жутко жалко. Хотя мне все смартфоны жалко, я со всеми стараюсь обращаться максимально аккуратно, ребят. Ну, а по дизайну, я не знаю, ну, опять же, молодежный девайс. Молодежный девайс, и который, повторюсь, ну, не особо жалко бросить в бой, который всегда будет с вами и так далее. Следующий, наверное, его конкурент — это Redmi 9C. Десяточки у меня нет, но Redmi 10 был бы уже дороже, чем C21U. Он немножко повыше позиционируется, а это все-таки у нас сверхдоступный уже, можно сказать, сегмент, потому что цены постоянно растут, и то, что до 10 тысяч рублей, это уже считается прям супербюджетным вариантом. Ребят, это не я придумал, это тенденция, которая прям, честно говоря, жесть. Кто поддерживает, ставьте большой палец вверх. Это уж смартфон за 10 тысяч рублей, чтобы был супербюджетным, когда такое было видано. Так, ну и 9C в целом. Я думаю, все видели 9C, тут о нем особо дополнительно рассказывать нечего. Симпатичный аппаратец, но, честно говоря, с его 2 гигабайтами оперативки, даже с тремя это такое себе делать. Сейчас вот я рекомендую ничего ниже 4 гигабайт оперативки не покупать, потому что, ну, 2 это вообще жесть. Вот прям вообще там постоянные вылеты, неважно, даже если оболочка работает идеально. Да она не может работать идеально на 2 гигабайтах оперативы. Сейчас программы эти все жрут, все в себя впитывают. Пооткрывал несколько вкладок в хроме и так далее, и уже начинается какой-то кавардак. Ну а 4 гига это сейчас такая вот золотая база, и этого должно хватить. Еще можно сравнить, конечно, с Redmi 9, он все-таки уже близко по ценнику будет, потому что сейчас вышла десяточка, десятка, конечно, намного дороже 10 тысяч рублей сейчас стоит, а вот девяточку, наверное, можно найти в районе 10, там, плюс-минус 1000 рублей, если срок брать, то вообще, наверное, дешевле будет. Вот, и вот так вот выглядят аппараты в лобовом сравнении. Плюс-минус одинаковые по массогабаритам. Мне кажется, Redmi может быть чуточку поменьше, но он пошире вроде как. Ну, ладно, это все такие вот мелкие придирки. Если прищуриться, они, блин, вообще все бюджетки вот эти вот одинаковые. Так, ну и давайте-ка запускаться. Аппарат у нас, в принципе, местный, можно сказать. Ничего шить, перепрошивать, разумеется, не нужно. И можно им полноценно пользоваться прямиком из коробки, чем мы сейчас, ребят, с вами и займемся. Та-дам! Мы, ребятушки, вроде как благополучно запустились. Во всяком случае, в процессе установочек меня ничего такого не напугало, не смутило. Ну, вроде как аппаратец работает в меру, я бы сказал, даже шустро. Ну, разумеется, он не летает. Ждать от него полета флагманского уж точно не стоит. Так, давайте-ка тут покрутим, посмотрим. Ну, вроде как и шторка работает нормально, без запинок, без рывков выскакивает. И, разумеется, у нас тут есть, повторюсь, NFC. Смартфончик должен из коробки работать с Google Pay. Так, NFC, вот он, бесконтактная оплата. Да, действительно, Google Pay. Но, насколько я знаю, сейчас переставили почему-то прям из коробки ставить Google Pay. Да, я его тут не вижу, нужно будет отправиться в Play Market и скачать Google Pay на смартфон. Так, сейчас на всех устройствах. И есть у нас тут папка «Популярные». Так, ну, ребят, сейчас законодательство такое, что приходится производителям ставить софт наш на все смартфоны, которые будут продаваться у нас в стране непосредственно. Но тут выкрутились ребята, тут предложение скачать эти программки. На самом деле, вот этих вот программ в смартфоне непосредственно нет. То есть мы нажимаем, он автоматически их скачивает, там, с сервера и так далее. Наверное, даже без входа в Google Play. Да, наверное, так и будет все это дело работать. Но в любом случае, это все можно прям целиком папку удалить. Повторю, никаких программ, которые здесь нарисованы непосредственно в смартфоне, прямиком из коробки нет. Это всего лишь такая вот небольшая рекламка от производителя, которого заставили это сделать. Ну, а вот эти вот программы тут уже есть. Диктофон, контакты и так далее. Все стандартный такой наборчик. Отправляемся в настройки. Смотрим, что у нас тут интересного нам напишут. C21Y. Версия не Realme UI 1.0, не 2.0, а сразу
Gizmo Air Edition. По всей видимости, это типа что-то Android Go и так далее. Ну, то есть это облегченная версия Realme UI для девайсов, которые позиционируются именно как ультрабюджетные устройства. У нас тут, повторюсь, 4 гигабайта оперативной памяти, что очень и очень неплохо. 11-й свежий Android. Процессор 8 ядер, не написано какой, но, повторюсь, я уже указывал его маркировочку. Мы его сейчас протестируем и выжмем из него все соки. 64 накопитель, ну, неплохо так для бюджетного девайса, так сказать, все есть. А система, посмотрим, есть на какие-то обновы. Вот они вроде как обновы системы. Да, прилетает сразу же обнова на сколько гигов. Ёлки-палки, чит. Вы что, серьезно, разрабы, что вы там сделали ему? 4 гигабайта получается у нас обнова такая зверская. Ну, прям, наверное, совершенно новый телефон будет после обновы. Ладно, будем сейчас ставить, тестировать. Так, ну, а что еще такого интересного? Ну, повторюсь, сканер отпечатков пальцев тут есть. Ну, экранчик 60 Гц, никаких 90 и 120 тут, разумеется, не будет. Это норма, опять же. Но зато он яркий, ребят, очень яркий экран. Он намного ярче, чем того же Poco M3 Pro. Вот Poco M3 Pro, почему-то на него жаловались, хотя в целом там экран, ну, он бюджетный, хоть и 90-герцовый, но да, я не спорю, то, что на солнце его немного не хватает, вот этого точно будет хватать. Тут однозначно он яркий, очень дисплейчик такой приятный. Так, и для максимального комфорта, наверное, вот так вот поставим, оставим, вроде как нормально, никого слепить не будет. Ладно, сейчас я обновляюсь, поставлю сюда тест Antutu, закачаю сюда треков, послушать его динамики, посмотрим, что же он из себя представляет. Ну и в Antutu 9 версии наш сегодняшний герой набирает, кстати, вполне себе бодренький для бюджетного аппарата 199 377 очков. Это у нас сопоставимо с результатами того же 662, 665 Snapdragon, даже с небольшим хвостом, потому что, ну, там результаты скачут в районе 150-180 тысяч очков. Этот получается у нас даже быстрее. О как! Это пятый прогон в тесте Antutu, и результаты скакали от 180, было минимум 182 тысячи очков, и максимум было 210, так что, опять же, вполне себе неплохие результаты в синтетике. Надо будет его, мне кажется, протестировать и в играх, потому что, ну, за эти деньги это вполне себе неплохие моща для бюджетного девайса. Так, давайте как раз-таки начнем сравнение. Первый у нас будет кто? А будет у нас Poco M3. Аппарат, конечно же, подороже, чем C21Y, но тут у нас используется 662 Snapdragon, о котором я говорил буквально пару секунд назад, и вот это прям максимум для данного чипа, 194 4000 очков. Так, смотрим, где у нас перевес по процессорной части. Poco чуть-чуть впереди, там буквально на пару процентов. По графике отстает Poco, по памяти впереди и по UX впереди Realme-шка. Так, далее у нас, кстати, одноклассники по бюджету, это Realme 9C NFC. И тут у нас используется Helio G35 и практически, ребят, двукратный отрыв, особенно по графике. Тут, наверное, даже 2,5 раза. То есть в играх вот этот аппарат будет намного круче, чем тот же Redmi 9C. По процессорной части двойной, по памяти, ну, везде, в общем, довольно-таки неплохой перевес в сторону Realme-шки. Так, следуем далее. У нас самый лучший представитель, можно сказать, опять же Helio G35, это Realme C20, и тут 126 тысяч очков, и смотрим, ну, плюс-минус такие же показатели, как и были в сравнении с Redmi 9C, но немножко побольше, все-таки Realme-шка выжимает из себя. Дальше аппараты посущественнее, подороже. Это у нас Realme C25 и Helio G70, который уже немножко обходит нашего сегодняшнего героя. Давайте посмотрим, где по процессорной части, по памяти и по UX. А вот по графике, кстати, наоборот. Наоборот, Realme C21U немного вырывается вперед. Вот такие вот пироги. Так что надо будет все это дело, опять же, сравнивать, разумеется, в реальных играх. Ну и любимец миллионов, аппарат на Helio G80, это Realme Narzu 30A. Он набирает 216 тысяч очков. Ну, 70-ка, 80-ка, 85-ка, они все плюс-минус братья-близнецы, поэтому это абсолютно неудивительно, что они набирают одинаковое количество очков. Ну и, кстати, Realme Narzu 30A немножко вырвался в плане графики. Ну и по всем остальным параметрам он тоже будет немного впереди, так что наш герой, по сути, чуть-чуть слабее, чем тот же Realme Narzu 30A. Так что, ребят, я думаю, как бюджетная, такая вот бюджетная именно игровая машинка начального уровня, очень такая неплохая заявочка у нас образовалась. Так что, кто за, давайте-ка прожмем данному ролику 1111 больших пальцев вверх, напишем одобряющий комментарий, и я отправлю нашего сегодняшнего героя на реальный зубодробильный большой тест игр с FPS, нагревом, с тротлинг-забегами, выжмем из него все соки и посмотрим, на что же он действительно горазд.
Ну и, ребятушки, давайте-ка заценим, как звучит наш сегодняшний герой. Разумеется, каких-то заоблачных ожиданий к нему нет. Тут у нас используется один динамик громкоговорителя. Вот он сверху, тут ничегошеньки нет. То есть звук у нас получается моно. Ну, я надеюсь, он не подкачает. Будем оценивать с точки зрения, разумеется, ценника данного девайса. Так, я уже тут накидал несколько треков из библиотеки YouTube. Давайте-ка заценим, посмотрим, что он нам выдаст. Погнали. Звук на максимум. Ценим. Громко. Однозначно громко. Преобладают высокие. Середина есть, но низов, мне кажется, немножечко не хватает ему. Не тошнотворный динамик уж точно. Обычный. Норм. Есть, кстати, вот эта вот штуковина тут. Вроде как потерял в громкости, но не сильно. То есть его по-прежнему слышно, несмотря на то, что динамик у нас получается сзади. То есть он полностью не закрывается. Ну и куда же мы, ребятушки, без камеры? Наш сегодняшний герой оснащен фронталочкой на скромные 5 мегапикселей, но основная получила главный сенсор на 13 мегапикселей и два вспомогательных модуля по 2 мегапикселя. Что ж, разумеется, требования опять будут в рамках бюджета данного устройства. Ну и нас первым делом встречает классический такой интерфейс камеры от компании Realme. Тут ничего такого сверхъестественного нового я вам не покажу. Есть HDR режим, вот X1, что это значит? X1, что... А, во, как польза. Это у нас зум. Но зум, конечно же, только цифровой, ребят. Потому что отдельного объектива тут нет. Переходим в вкладку видео. Давайте посмотрим максимальное качество записи видео. А, вот интерфейс, кстати, у камеры немножко все-таки переработан. Есть Full HD. Full HD, скорее всего, 30 кадров в секунду. Ну и что-то мне подсказывает, что никакой системы стабилизации, ребят, мы тут не увидим. Но, опять же, в рамках бюджета это норма, с этим приходится мириться. Есть портретный режим, потому что... Один из модулей, скорее всего, у нас для эффекта красиво боке. Второй макро. Макро, ночной про режим. Еще дополнительно можно настроить, побаловаться. Это профессиональный режим, который, в принципе, я не знаю, кто-то будет пользоваться этим режимом на данном аппарате. Я очень сильно сомневаюсь, но все равно можно как-то выжать из него прям все по максимуму. Хотя мы сейчас выйдем на улицу и посмотрим, на что же он действительно способен. Все-таки интересно, что он нам выдаст-то по факту. Ну и основная камера, как я уже говорил, на 13 мегапикселей. Ладно, ребятушки. Отправляемся на улицу, берем парочку его ближайших конкурентов и смотрим, кто же из них действительно супер-топ камерафон. Тест записи видеокамеры смартфона Realme C21U. Запись ведется в максимальном Full HD разрешении. Да, это Full HD 30 кадров в секунду. Повторюсь, используются максимальные настройки для видеосъемки. Но ожидать 4K и систему стабилизации было бы, конечно же, мне кажется, за эти деньги глупо. Но все равно что-то где-то как-то подснять можно. Я думаю, камера с учетом ценника тут вполне себе адекватна. И давайте-ка попробуем еще макро с системой автоматической фокусировки. Давай-ка. Ага, есть. На горизонт. Еще раз макро. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут запись ограничена только HD разрешением, то есть 720p 30 кадров в секунду. Ну и также, скорее всего, нет никакой системы стабилизации, но... Я опять же думаю, мало кто будет использовать C21U для каких-то крупномасштабных кинозарисовок там и так далее. Но это смартфон для видеосвязи, опять же, Skype, WhatsApp и такого плана. Ну и вот так у нас снимает передняя камера Realme C21U.
Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте, думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч!